о культуре. Обожаю ходить в кино на украинские фильмы. Только там я по-настоящему могу побыть в одиночестве. Все можно исправить. Для того, чтобы родить интерес к украинскому кино, его нужно зачать. А вот это уже звучит как хороший мотиватор для новой реформы. Столичный кинотеатр. На премьеру зарубежного фильма собрались сотни VIP-зрителей. После нашего нововведения такие же аншлаги будут и на сеансах украинского кино. Почему у нас кино такое, спрашиваю я у продюсеров. Потому что бабок нет, хором отвечают продюсеры. А почему бабок нет? А потому что залы пустуют. Реал Мадрид знает, как решить эту проблему. У нас есть радикальное предложение. Мы хотим, чтобы Верховная Рада поддержала наш законопроект, чтобы на всех украинских фильмах можно было заниматься сексом. Мы уверены, что это спасет украинское кино. Билеты на такое украинское кино будут в два раза дешевле. Потому что ребята, которые сидят в кабинке и включают фильмы, будут работать бесплатно. Кстати, только во время украинских фильмов можно будет через 5-10 минут курить прямо в зале. Девушка, вам нравится наша идея вообще? Нет? Я не знаю, я бы вас пригласил на такой фильм. Можно и подружку взять с собой. Это только ради того, чтобы поднять украинское кино. Ага, она хочет, но она не подумала. А, хочет, но не подумала. Все. Поднимите руку, кто за? Отличная идея. Я только за. Как вы считаете, будут ходить или не будут? Если все будет сексом заниматься. Мы не просто приподняли кино, мы подняли его конкретно. Я также готов поучаствовать. Вы нас поддержали. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы знали, к кому вы подошли. Хотим разрешить заниматься на сеансах украинского кино сексом. Как вы к этому относитесь? Поговорим об этом. Давайте поговорим. Как вы думаете, пойдет вообще в народ эта штука? Предложение интересное, конечно. Все фильмы будут в 3D, вы будете в очках, особо не видно будет, что там сбоку. Ну, мы же знаем, что такое очки, что где видно, что не видно. У вас какой ряд? Последний. Реал Мадрид. Мы всегда первые на последнем ряду. Мы нашли выход. Мы хотим пополнить бюджет и тем, чтобы разрешить на сеансах украинского кино заниматься курить. Сексом. А после и курить, конечно. А заниматься сексом было запрещено? Черт. Вот нормальные люди уже давно этим занимаются. Мы хотим поднять украинский кинематограф. Супер. Как? Мы хотим разрешить заниматься сексом на сеансах украинского кино. Класс, вы очень юморной парень, вы знаете? Ну, вообще-то я уже мужчиной себя считал. Нет, на самом деле, смешно. Смешно? Да.